Что, надо пробовать здесь, наверное, буриться. Всем здравия! Вы находитесь на канале Братьев Приходько. А мы на реке Печора находимся. И находимся мы сегодня не одни, с нами еще и Серега. Кто знает. Всем привет, друзья! Принимайте, как говорится, пополнение. В общем, что? Сейчас очередной разведочный выход. Дела, делишки. Времени, как обычно, не хватает. Желания тоже не было рыбачить. Многие из вас знают, что хотим закрыть канал. Все думаем, на распутье находимся. Но на рыбалку все равно пришли. Так что сегодня разведка, буримся, смотрим, что клюет, не клюет. Побеседуем с вами, так что посмотрите хоть раз в жизни этот ролик без перемотки. Вообще, хоть какой-то из всех роликов, которые вы просмотрели без перемотки. Там будет много интересного, почему есть такие мысли и все остальное. Ну и, возможно, рыбалка будет хорошая. Вдруг пропустите что-нибудь важное, интересное для себя. Подходили сейчас к дяденьке, сход был на наших глазах, что-то тащил солидное. А так ребята рассказывали, кто уже выходил. Говорят, ясь поклевывает. Редкий случай, попадается сижок, но уже попадается. Вот, по харюзу пока толком ничего не слышу. Со льдом в этом году плохо. Недавно только Печора встала. Оттепель, лед опасный. Поэтому далеко куда-то вообще сейчас пока нельзя ходить. Надо ждать морозы. А у нас опять 2 градуса тепла, точнее мороза. Вчера 0 был. Так что ждем хорошего льда. Местами есть, конечно, вот где забереги пораньше стали. Местами-то он потолще, получше. Не опасно. Но все-таки еще пока не то. Ветер сегодня не сильно, у нас запад дует. И давление сегодня высокое. По-моему, если мне память не изменяет, 762 сегодня. Сегодня в рост пошло, вчера было 758. Давление сей год вообще очень высокое. Доходило до 780, по-моему, 7. Я вообще за всю свою жизнь такого даже и не помню. Причем стоит почти целый месяц высокое давление. Но я прям, если честно, так надеялся, что сейчас дяденька вытащит рыбину какую-нибудь на моих глазах. Что-то ему не повезло, сорвалось. Так, ну что, посмотрим, как бурит новый бур на 110. Ой, да с новыми ножами, да как идеально. Оп, вот и весь лед. Очень тонкий. Ну, как он, 15 сантиметров, наверное, примерно, 12, что-то такое есть. Тонкий лед для нынешнего времени. Сейчас у нас 9 декабря. Ну да, уже, по идее, должен быть тот так лед. Двадцатку, наверное, должен быть уже. Двадцатку, в это время, в былые года, уже все 30 сантиметров был лед. Вань, глянь, что-то, по-моему, ты неправильно прикрутил ножи, или правильно. Да ты что, не рыбак, что ли? Бур первый раз в жизни собираешь. Бур первый раз в жизни собираешь? Да. Посмотрите на эту физиономию. Первый раз бур собираю. Нет, конечно, нет. Я смотрю, что-то не то. Вот поржал ты меня, поржал. Ну, поржал. Где у тебя режешь я кромку? Я вот думаю, вот так. О, смотри ты, насколько вообще прям как... Сережа! Я смотрю, не то. Рыбалка, что? Бывает? Так, течение тут бурное, я смотрю. Похоже, тоже глубина большая, да? Течение сильное, да? Вообще и сильное, и... Вот это да! Вот это да! Куда? 4,5 метра! Ближе к берегу. Не, ну я понимаю, что у меня здесь грузило. Это самое легкое. А ближе к берегу шуги не будет, тут уже гряда. Я сейчас ближе пойду, тут все, это слишком много. Так, ну-ка.
Даже под берегом льда нету. Это да. Угорает он. Не, ну я бы тоже поджал на твоем месте. Конечно, что, я такого давно не видел, я же тебе говорю, я же правду говорю. Тоже глубоко, да? Да, да, тут оно похоже везде. Стол, я же тебе говорю, здесь везде, везде одинаково. Ну да. Короче, оно везде 3 метра. Непрозрачный лед уже прям взял. А там зашубовано. Ну чё, все равно тогда делать-то нечего. Будем отсюда, значит, садиться и вот так. Пик-пик-пик-пик-пик. Первый день он трудный самый. Да-да. Новый, ты еще не отмялся. Кормачки уже поставили, луночки уже пробурили. Сейчас занимаемся установкой удочек. Готовы ловить рыбу? Рыбу ловить. Рыба, мы готовы. Да, блин, прозевал. Ну, хоть поклевки видел, прям вот видел. А не как в прошлом разе ушел к Андрею, а там клевало. Тянешь? Пока тяну. Сик, о, ясь, под язык. Ясь? Под язык. Нормально. Вот такой. Хорош. Есть первая рыбеха на сегодня. Вообще в этом году первая. А пара что взял? Слева поклевала, справа поймалась. Тут что-то. Нет, рыба. Добраться не может. Что-то да. Долго идет до тебя. Так, денег, контроль, короче, пока эти удочки. Дойду, прошу. Где у него привет лучше? Может лучше углубиться чуть-чуть, перебудиться. Одному. Да, клевало. Ну смотри, у меня вот тоже только что клевало. Вот она где-то, видимо, ходит, подходит.
А, тут трава летит. Трава цепляется, вон что. Ну что тут у вас? Трава у тебя зацепилась, была поклевка. Я думал, льет, а там трава. А у меня травы нету, поклевки такие, что прям сумасшедшие, а подсечь я не могу. Его, конечно, наружу выгибало. Нифига себе. А что-то ты не можешь рыбу поймать? Нет, вообще при подсечке пусто. Интересно. Я говорю, ничего понять не могу. А у дяди один язь хороший и один сик тоже хороший. И только что сик сорвался на моих глазах. А там вот ниже нас мужик сидит, 5 язей поймал. А у тебя деньги вообще ничего, вообще, да? Вообще ничего нет. Ты, может, это? Перебуришься? Перебурись он за Серегу туда. Метров там за 5, за 7. Вообще очень быстро бурит. Что такое? Ты прям придавило кивок. А? Кивок прям придавило. И чё? И ничего. Странно. Кивок прям дрожит. Блин, мне бы посмотреть на эту картину, я не знаю. Не знаю, постой, посмотри минут 5. 5-7, не знаю. Чё, слишком часто опять что-то? Ну то на одну, то на вторую, ну вот это не 7, может раз в 10 минут. Ты когда скажешь, это самое, льет, когда дрожит, это как льет. Ну да, я подсекать не буду, чтобы смотрел. Ну просто акцент сделай, скажи, вот сейчас. Вот это? Это течение. Ого! Тяну. Ну, ясь. Ясь. Красавчик. Ой. На нимфу поймался. Что, на нимфу? Да. Нормально. Во! Моя первая рыба. Ну, мне тут на нимфе такая мормышка стоит здоровая. Ну не на нимфе, тут не нимфа, а здоровая мормышка. Вместо нимф. На нитре опарыша. О, нормальный везёчек. Чуть-чуть побольше, чем мой, да? Пойдёт. Ну прям так потянул, я взял и всё. Ну, нормально. Типичная поклёвка изя, на какую удочку? На эту, на крайне. Кстати, меньше, чем у меня. Где? Здесь вот. Кстати, вот надо и поменьше, чтобы печенье, по идее, было. Что на изя, что на фига. Потому что, может, мы тут вообще зря там сели. Там прям лютое печенье. Где вот я сижу. А вот ты ничего не замечаешь по своим лукам? Нет. А ну покажи сердце. А? Пока не расстался, ты там что тоже пробурился или нет? Вон линию я пробурил. А вот туда опустись, скажи, здесь все. Сейчас. Просто я хотел перебуриться сюда именно. Глубина. Где опустить? Вон ту? Ну вот сюда, да, если здесь, например, смотреть что-то по твоим ощущениям. Какая здесь еще меньше, чем там глубина. Где? Прям, ну вот, смотри, ты видел, я же там отрегулировал, да? Угу. Вот, смотри, все, бам. А там вот так вот. И все, она никуда не уходит. Здесь слабже, там посильнее. Здесь послабже, или мне кажется так. А здесь мне показалось, что течение почти нет. Ну да, оно прям меньше значительно. Поглубже,
Есть, хариуса поймал. Вот спрашивается, что я перебуриваться пошел, да? Ай, елки-палки, хороший хариус-то попался. О, какой. А я место перебурил. Да. О, какой здоровый, ты хороший хариус попался. Крепкий прям, ужас. На что, на червяка? Нет. На опарыша. Ребята, что я хотел сказать по поводу закрытия канала. Многие, наверное, уже забыли, но мы на Новый год, получается, вот этот 2020, который встречали, во время стрима говорили, что мы попробуем еще год побыть на Ютубе, отдадим все свои силы, как говорится, средства, а именно, как говорится, финансы, на то, чтобы максимально улучшить контент. И в этом году мы вам показали, скажем так, по своим возможностям, в своем регионе один из самых лучших контент для нас, как мы считаем. Это сплавы были, пускай не часто, но они были. И затяжные были, и коротких много было. Таежные реки хорошо показали. Довольно-таки часто ходили, заходили очень далеко. Показывали максимальные, скажем так, даже можно выразиться слово «дикие районы». При том, что на самом деле большой риск. Медведей в нашем районе очень много. Что, рыбу поймал? А вон, возьми ту камеру. Я О! Сломал удочку. Прям сломал. Помню, я туда ее утащил. Что, с покином? Да! С открытием сезона? Да! Такие все-таки это ненадежные. Что ты там? Покажи. Удочки. А? Где крепление этого? Да. О, ничего себе, как отломалось. Вот такой вот ящик. Такой вот, прям утащил туда и оттуда доставал. Боевик. Сережка у нас обрыбился, то есть сегодня каждый поймал по одной рыбке пока, но я две поймал. В общем, что, показали максимально, скажем так, более или менее лучший контент, какие могли показать там. И что оказалось на выходе? Вы, ребята, перестали смотреть. Вы, кто посмотрел заключительную серию «Дед у вас будет жить», кто-то знает, да, что я душу излил вам, объяснил, что и как. И многие меня так и не услышали, неправильно поняли. Вы думали, я о хейтерах в основном говорю, а я же ведь говорил довольно-таки открытым текстом и прямым текстом. Не в хейтерах, ребята, дело. Я уже на них, благодаря, кстати, вам, давно не обращаю внимания. Ну да, неприятно, да, я там могу сказать, что вы балбесы, клюет на дальнюю удочку. Продолжим. Все, не дает. То у Сергея клюнул, теперь там на дальнюю удочку оставлял. Увидел поклевку. В общем, ребят, посыл такой. Не знаю, много чего хочется сказать. А с другой стороны, ничего не хочется говорить. Я уже говорил это в предыдущем ролике. Просто, понимаете, вы перестали смотреть. Мы стараемся, мы делаем. Денис, как говорится, из кожи вон лезет. Я лезу из кожи вон. Делаем неимоверные затраты, но вы не смотрите. Поэтому вот мы и пришли к выводу, что ну а для чего тогда содержать этот канал, для чего его чистить этими роликами, как вот многие просят, просят постоянно больше контента, ребята, там больше контента. Чтобы было больше контента, нужна от вас финансовая помощь, понимаете? Я вот прям открытым текстом говорю. Я за 6 лет у вас ничего не просил. Попросил иногда для канала, но с вашего посыла. Именно вы писали. И я говорил об этом.
Многие не слышали, говорили какие-то там попрошайки, но это были ваши обращения. Иван, сделай сбор, и мы вам поможем. Если мне память не изменяет, в каждый сбор мы вкладывали свои деньги. И довольно-таки немаленькие, на любую камеру и так далее и тому подобное. Компьютер сами вообще купили. Помог нам человек взять кредит, мы его сами закрыли. То есть от вас, как говорится, деньги не брали и не просили. Но то, что вы просите, это невозможно, понимаете? Вот конкретно постоянно снимать и не видеть отдачу, в итоге ты придешь к тому, к чему мы и так пришли. А к чему мы пришли? В этом году случилось так, что сломалась машина. Не вовремя, под осень. Мы не собрали грибов, мы не собрали ягод. Мы профукали всю осеннюю рыбалку. Мы профукали, по большому счету, зимнюю рыбалку. Получилось так, что начатый ремонт на кухне до сих пор никак не закончится. То есть, да, не вы конкретно в этом виноваты. Виноваты и мы сами, то, что слушали вас. Вашу просьбу слушали, понимаете? И мы же вам дали это все. Дали лучший контент, дали частоту роликов, а взамен не получили просмотров. Вы не смотрите. Мы видим статистику, вы перематываете. Вот вопрос вам, а для чего тогда нужен этот канал? Зачем нам надо снимать? Для себя, как многие пишут, вы для себя снимаете. Для себя мы уже наснимали на всю жизнь. Нам хватит пересматривать много, памяти много. Для себя мы можем снять и оставить в архиве для домашнего просмотра, понимаете? И смотреть, наслаждаться для себя. А это делается в основном для вас. Вот то, для чего мы вошли вообще на YouTube, я вот сейчас попрошу Дениса, он вставит ссылочку, не ссылочку, а вот этот комментарий. Здесь человек конкретно пишет, что благодаря нам мы изменили его отношение к природе. В общем, почитайте сами. Потом, свой район мы практически полностью убрали. Имеется в виду места стоянок и так далее и тому подобное. Конечно, не 100%, конечно, надо, опять же, силы, время и финансы, чтобы убрать его полностью, район, прям под чистоту. Самое главное, что произошло? Ну, многие люди, наши местные вуктыльцы, жители нашего маленького городка, они увидели и поняли, что действительно не надо загрязнять. Ну, мы же тут живем, а мы как небольшая семья, понимаете, точнее, большая семья в этом городе. Городок маленький, северяне по-другому живут немножко, понимаете, и многие поняли, мы видим, что чисто стало. Особенно зимой люди перестали бросать. Ну, есть единицы, которые бросают, но мы уже с ними ничего не можем сделать. Это им должно в голову прийти, что хватит загрязнять своими там бутылками, банками, бычками и так далее и тому подобное. Рыбацкие места и, соответственно, саму речку. То есть миссию мы, можно сказать, именно свою выполнили. Понимаете? А теперь, скажем так, мы вас веселим. Вот недавно там был комментарий, я не знаю, найдем мы его, не найдем, но я его просто сейчас озвучу. Стало неинтересно. Ну что, я вам плясать, что ли, должен, чтобы вам было интересно? Рыбе приказать, что ли? Как приказать рыбе? Вот сегодня вышли на рыбалку втроем. Поменяли места, поймали по одной рыбешке, я две поймал. Ну вот что сделать? Что сделать, чтобы эта рыба начала клевать? Вы же все рыбаки. Вы же все знаете, что раз на раз не приходится. Погода, не погода, место не такое, дно поменялось. Каждый год дно меняется. Чтобы знать, как поменялось везде дно, это надо везде с эхолотом проплыть. У меня нету эхолота. У меня нету времени постоянно плавать, как говорится, и ну, смотреть дно. Да, ищем, ездим по информации, по друзьям, там, по каким-то, где-то куда-то на какие-то места общепринятые выезжаем. Ну, вот такая вот рыбалка, понимаете? Ездить постоянно за одной рыбешкой, вы же каждый сами знаете, что это, ну, ведь невыгодно. Сейчас бензин, я не знаю, у кого сколько стоит, у нас вот 50 рублей, грубо говоря, стоит бензин. Ну и какая рыбалка постоянная, частая, без помощи-то, ребят? Я вот открыто говорю, вы, если хотите, чтобы мы показывали, сохранили чистоту роликов, а вы хотите, вот комментарии, вот три комментария, вот эти вот, почитайте, прям поставьте на паузу и почитайте вот эти три комментария. Я, прочитав эти комментарии, открыто вам скажу, ребята, вот те, кто писал это, я до души, понимаете, вот вы у меня до души. Просто
Я прослезился, я открыто говорю, я просто прослезился. Я понимаю, что канал нужен. Я понимаю, что для вас это отдушина. Я понимаю, но я написал многим ответ. Ребята, невозможно излучать постоянно добро, понимая, что ты сам весь, скажем так, в тяжелом положении, понимаете? Есть каналы, вы эти каналы также смотрите, вы знаете много каналов, которые вы же, кстати, и поддерживаете. И вот посмотрите на разницу этих каналов и нашего канала. Вы поддерживаете канал, человек способен купить себе технику любую, купить себе прям технику, не то что флешку. У нас опять флешки полетели, да, батарея на эту камеру еле-еле работает и так далее и тому подобное. Это расходы, 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 расходы. Батарея на эту камеру уже, по-моему, 1006 стоит. Цены выше только становятся, они почему-то не падают. Время такое, сами видите, какое время. Соответственно, один канал может какую-то технику приобрести, да, бензин там не проблема, да, там... Ему вообще не проблема, он не парится с тем, что у него есть деньги или нет. Он берет и едет далеко. А вот у нас, вот вы говорите, Иван, покажи рыбалку на Хариуза хорошую. Ребят, это далеко. Это 100 километров, 120, 110. Понимаете, смотря куда. Ну вот сегодня Хариуза поймал. Если вас устраивает такая рыбалка на Хариуза, ну ее можно чаще показывать. Это мы всего 25 километров от города. Хотя, опять же, всего в одну же сторону 25 километров. За Налимом мы походим, допустим. Ну, как вы относитесь к тому, что мы показываем постоянно Налима? Ну, не смотрите же опять ролики. И смысл тогда делать частую серию? Ну, будем, может быть, тогда вам показывать там 2-3 рыбалки из 10. Ну, самые результативные. Как-то так же получается. Ну, это я имею в виду, если без какой-то помощи. Сократим контент. Я и вот сказал за счет эти 3 комментария, и все те, кто вообще откликнулся в плане того, что не хочет, чтобы наш канал закрылся, им спасибо скажите. Вот благодаря им, понимаете, они в душу, из души, душой говорили, с душой, это вот есть такое выражение, от души душевно в душу, понимаете, и вот так и получилось в данной ситуации. Они душой говорили и говорили с моей душой. Хорошо, мы вот, я говорю открыто, я не закрою, ну, мы не закроем канал, мы будем его продолжать, этот канал вести. Но если будет так же продолжаться, скажем так, да, ну, грубо говоря, без помощи, без просмотра, и мы с Ютуба тоже ничего не получаем. Вот сейчас, чтобы видео хоть как-то набирало финансовую поддержку от Ютуба, его смотреть надо, а не перематывать, понимаете? Его надо от начала до конца смотреть. Желательно поставить лайк и написать комментарий. Но YouTube уже, по-моему, я смотрю так, что не обращает внимания ни на лайк, ни на комментарий. Хотя за 6 лет никто так и не научился ткнуть пальцем в экран. Вы же с телефонов в основном смотрите. Ну или мышкой клик один сделать. Клик поставил, все, вот тебе лайк. Нажал 10 кнопок, вот тебе комментарий. Это же не проблема. Этого тоже все нету и нету. Ребят, вы 6 лет не будете ходить на работу, не получая зарплаты. Понимаете? Мы с YouTube ничего не получаем. Просто ничего. Мы показывали вам на стримах, в прямых стримах, сколько мы там получаем. $70, $80. Какие частые рыбалки, ребят? Какая может быть дальняя рыбалка? Какая может быть... Мы на севере живем, вы понимаете это или нет? У нас крайний север. Да, потепление какое-то. Да, вот уже третий год тепло у нас. Нету морозов за 40. Ну, это ж не говорит о том, что мы на юг переместились. Здесь рыбалки сложнее. Понимаете? Так еще хуже рыбалка стала. И рыбалка сама хуже становится, да. Все рыбаки отмечают, что рыбалка стала хуже. Не знаю, может из-за вот этого потепления. Надо ниже ехать. А ниже надо ехать как минимум 40 километров от Вуктыла. Понимаете? 50, 100 километров. То есть, ну как мы можем ее часто вам показать, а, ребята? Вы либо давайте с пониманием относитесь. Некоторые комментарии написали. Да, Иван, мы все поняли, мы тебя услышали. Давай делай по чуть-чуть. Вот находимся в данный момент в режиме по чуть-чуть. Если вас вот этот режим устроит, то и нас устроит. Если будете помогать открыто, я говорю, помощь каналу нужна. Кое-как мы этот УАЗик, просто вообще кое-как. И еще и не доделали его до конца, понимаете? Опять он барахлит. Что-то там с коллектором связано теперь. То есть машина старенькая. Кто говорит, купи себе новую, у нас нету денег на новую. Поможете на новый УАЗик? Ради бога, я пока в Оркуте был, там люди мне вот сказали... Иван,
а давай стрим проведи на новый УАЗик. Я говорю, да ну не будет, это смешно, это огромная сумма. Какой, кто там, где УАЗик? Да и не нужен этот новый УАЗик. Надо этот отреставрировать относительно и все. И пока покататься еще на нем года 3-4. Потому что новый УАЗик купишь, он через 3-4 года также начнет сыпаться. Сами знаете, автопром какой сейчас. Вон у меня куча друзей, 4-3 года, все, начинает сыпаться. Купить бэушный, это купить УАЗик с теми же самыми проблемами, понимаете, только с другими. Соответственно, это глупый вариант. Ну и сборы на УАЗик, понятное дело, никто не будет собирать. Я, по крайней мере, на такой шаг точно не пойду. Какую-то другую технику бы еще ладно, например, но не на УАЗик. Мы этот сделаем. Какие еще вопросы у вас были по поводу того, что долго, часто и почему не часто? Ну, потому что мы работаем, понимаете. Колым, за любой Колым хватаемся и работаем. И вот за это время, вы видите прекрасно, роликов нету, да, мы хоть немного долги отдали. Ну, не немного, а закрыли. А то, что с этим УАЗиком, понимаете, мы ну нормально так влетели. Я еще раз говорю, все посвящалось каналу, понимаете. Бежали вот, чтобы вам было хорошо. Вам хорошо, нам нет. Ровным счетом, если вы услышали, что я сказал, переворачивайте ситуацию наоборот. Я там сижу, смотрю, а вы корячитесь. Вы корячитесь, делаете хорошо. В итоге свои дела у вас не решаются. И вы придете к разрухе. Вот к такой разрухе и мы пришли. Нет времени даже на себя, понимаете? Приходишь с этой рыбалки и упал. Вы же думаете, как? Все это близко, все это под носом. Не клюет под носом рыба. Клюет там ерши, плотва всякая рядом с городом. Будете на это смотреть? Нет. Поэтому это уже показывали. На ерша вы вообще не смотрите. На плотву вы смотрите два раза, потом все, не хватит больше, никто не смотрит. Какую же вам рыбалку-то, ребят, показывать? А? Ехать в Якутию, что ли? Или куда-то в свои, там, я не знаю, заповедные места? Это дорого, а в заповедные места нельзя ездить. Поэтому вы или поймите, что ну, мы такие же рыбаки, как и вы. У нас такая же речка и такая же обстановка в последние годы, как и у вас стало, понимаете? Либо показывать, как многие там какие-то рыбаки в Астрахани карасяк и карпа, а мы можем показать только там, я не знаю, в последнее время езя и окуня, ну, могли, точнее, летом показывать, да, ну, давайте так. Либо я не знаю, точнее, я знаю, что надо. Я уже открыто говорю, это уже 20 раз сейчас сказал. Помощь нужна, ребят, понимаете? Чтобы хорошую рыбалку показывать. Чтобы заезжать на 3-4 дня куда-то. Потому что на один день ездить смысла нет. Далеко, хлопотно, дорого. В этом году, Константинович, вот тебе привет и большое спасибо. Один человек несколько рыбалок на себе вывез, понимаете? Помогал. И вы видели какие-то более или менее интересные заезды далекие. Вот, пожалуйста. Был более или менее спонсор, мог помогать, помогал. Вы видели. Нету, как у него там свои дела пошли какие-то, не такие-то, как говорится, там отпуск, не отпуск. Ну, своя жизнь у человека пошла. Все. Нет рыбалки, понимаете, часто. Я не знаю. Скоро 50 тысяч. За 6 лет кое-как докорячились до этой цифры. Добрались, доползли. Вот доползли прям, понимаете, доползли. А радости вроде бы и нет. Мы, кстати, обещали на 50 тысяч розыгрыш сделать. И мы его сделаем. Скоро будет стрим. Вот, кстати, почитайте еще один комментарий по поводу предложения стримов. Это вы пишете. Хотите? Давайте так. Давайте мы будем стримить. Как некоторые писали, клянчить деньги на рыбалку. Устраивает так? Да, мы пообщаемся. Привет и попередаем, без проблем. Откроем вам любой секрет, хотя, по-моему, за 6 лет уже все секреты пооткрывали, какие только были. Научили много чему. Знаю я, что многие люди научились. Мне вот, даже честно сказать, вам, вас, наверное, уже и нечему толком учить. Ну, наверное, по крайней мере, мне так кажется. Может, я и заблуждаюсь. Может быть, конечно, что-то мы еще не показывали, какие-то рыбалки. Есть, да, определенные еще заходы дальние, дальнейшие, каких вы еще не видели. Но это все накладно. Накладно. И техника, кстати, другая нужна. Либо пешком в одну сторону день идти. Представляете? Ну, честно сказать, мне такая рыба не нужна. Целый день идти туда пешком. Такие вот дела. Так что я не знаю, я жду от вас еще каких-то комментариев. А самое большее, что мы ждем, ребят, смотрите ролики. Даже не именно финансовой помощи ждем, а просмотр. Полный просмотр
ролика, понимаете, полный. Вот посмотрите вы эти все ролики, какие сейчас будут в полном просмотре. И нам сам YouTube заплатит, понимаете, деньги более или менее какие-то, которые можно, опять же, в этот же контент, в этот же бензин вливать и так далее и тому подобное. Ну а если, конечно же, опять же, у вас придет осознание, и вы поймете, что надо не один раз за 6 лет 100 рублей или 50 или 30 перекинуть, а регулярная какая-то помощь, ну тогда канал заживет. Понятное дело, заживет. Мы заживем, у нас проблемы какие-то пропадут финансовые, понимаете? И мы сможем обновить, опять же таки, флешки, батареи, пауэрбэнки надо, свет надо. Кучу всего надо. Я уже молчу о том уровне каких-то там, я не знаю, квадрокоптеров, вездеходов и все остальное, которое, ну, нужно, допустим, для того же контента. Это как-нибудь уже будем, не знаю, сами работать. Сейчас сократятся ролики, что-то там будем делать. Потихоньку, полегоньку придем к этому. Есть, кстати, мысль собрать вездеход, не знаю. Но это, опять же, контента будет мало, будет о вездеходе контент, рыбалки не будет. Как быть? Не знаю. 8 тысяч просмотров, 10, 5 тысяч просмотров, это недостаточно для того, чтобы жить и ни в чем, как говорится, себе по минимуму не отказывать, а не по максимуму. Так что вот так, ребята. Вот это вот я и хотел вам сказать. Если канал все-таки закроется в 2021 году, значит, он вам не нужен. Пока что мы только теряем, мы не приобретаем. Мы 6 лет теряем. Ползем на брюхе, из кожи вон лезем, а толку, увы, мало. И вот сейчас вам как раз Денис немножко статистику скажет. Я за статистикой не слежу, у меня других забот, как говорится, полон рот. А вот он вам сейчас кое-что расскажет. Чтобы вы понимали о том, что Иван говорит по поводу того, что вы нас не смотрите. Конечно, есть люди, которые нас смотрят постоянно, и вам огромная благодарность. Но в силу уступает сухая статистика. Почти 50 тысяч человек на канале. Из них стабильный просмотр дают 6-7 тысяч человек. Что в алгоритмах YouTube означает, что канал абсолютно не интересен подписчику. От этого нет продвижения. От этого только вы и смотрите. Но при этом еще... Из 6-7 тысяч зрителей, которые смотрят наши видео стабильно, активность проявляет в лайках всего лишь 1 тысяча, а в комментариях и того меньше, наверное, процентов 10. Конечно, большее число комментариев хороших. Те, кто писал плохие комментарии, уже давно забанены, но этой активности абсолютно не хватает. Чтобы наши ролики набирали больше просмотров и, в принципе, выходили в какие-то там рекомендации другим людям, которые не подписаны на канал, нужно, чтобы из 6 тысяч постоянно смотрящих, все 6 тысяч человек ставили лайк, хотя бы 3 тысячи, чтобы какую-то активность проявляли в комментариях, чтобы вы рекомендовали друзьям своим посмотреть. Тогда YouTube поймет, что... Из этих просмотров огромная, ну, то есть повысилась активность по сравнению с тем, что было. И начнет рекомендовать больше. Вот о чем мы говорим. Вот какая активность нужна. И когда вы смотрите полный просмотр ролика без перемотки, желательно, чтобы еще смотрели рекламу. Да, конечно, мало кому она интересна. И когда есть возможность пропустить, обязательно все ее пропускают. Но это помощь нам. Это если вы не хотите помогать лично, финансово, то можно всего лишь посмотреть рекламу. Она сейчас на YouTube не такая большая. Там в основном секунд 20-30, очень редко там 2 минуты. То, что некоторые жалуются о том, что много рекламы, мы сейчас за рекламой вообще никак не следим, ее устанавливает YouTube. То есть YouTube считает, что для нашего канала сейчас очень выгодно такое количество рекламы. Мы ставим галочку... Автоматическая расстановка рекламы, и YouTube сам ее выставляет. Поэтому YouTube считает, что для нас сейчас это выгодно. Поэтому мы доверяемся в этом плане YouTube. Потому что у нас другого выбора, к сожалению, нет. А выбор на самом деле есть, и выход на самом деле есть. И вот какой вот выход? Мы год назад озвучивали один момент, что YouTube предоставил нам функцию спонсорства. Не каждому каналу YouTube
дает вот эту кнопочку. Мы тогда объяснили вроде бы, но столкнулись с плеском негодования и непонимания и негатива. Одни, вот это пошел коммерческий какой-то ход, какое-то бабло и т.д. и т.п. За коммерческий ход и бабло я вот очень много сейчас говорил. Надеюсь на понимание. Если понимания нет, то тогда извините. Мне, как говорится, с теми, кто не понимает, просто не о чем разговаривать. Продолжу. Что такое спонсорство? Слово может быть для кого-то неприятное. Особенно для тех, кто помнит 90-е и 2000-е. Вот, наверное, это оттуда пошло. Но если вы, например, нажмете на эту кнопочку, да, и мы поставим, грубо говоря, градацию всего в 50 рублей, то для вас, наверное, 50 рублей в месяц, скорее всего, будет вообще незаметно для вашего бюджета. А нам будет заметно. То, что YouTube сдерет процент какой-то, ну, ребят, вам, к примеру, жалко отдать YouTube 5 рублей или 3 рубля, там я не помню точно сколько в процентах, да? А по выходу мы же не получаем ни 3 рубля, ни 40 рублей, понимаете? Ничего в итоге не получаем. Соответственно, вроде бы вы не нам пожалели, а YouTube, а по факту-то и мы же не увидим ничего, понимаете? Поэтому либо эту кнопку включить, и каждый, например, зритель, в принципе, будет так же все смотреть, понимаете? Если вы будете спонсором, вот конкретно вы хотите быть спонсором, вы будете спонсором. А вот если вы конкретно не хотите быть, вот, допустим, женщина там одна, помню, писала, вот, вы нас разделяете, вы хотите, чтобы мы стали одни богатые, а другие бедные. Представляете, какая ситуация? Да ничего не поменяется. Вы как смотрели бесплатно, так и будете смотреть. Вот, ну ничего из для вас не поменяется, понимаете? Вы как не ставили лайк и не писали комментарий, вы так и не будете его писать. Что бы я тут сейчас ни говорил, ни распинался, плясал бы и не плясал, ну не будете вы это делать. Вот так же, как с мусором, понимаете? Что бы мы ни говорили, как бы мы ни показывали, ну продолжает кидать тот человек, понимаете? Понимаете, прекрасно вы понимаете. Так и здесь. Хотите быть спонсором? Будьте. Не хотите, не будьте. Какие-то там преференции, какие-то там бонусы, ну сможете какой-нибудь там значок у вас появится у спонсора. Ну, кому-то он нужен, кому-то он не нужен. Не в дело же в значке, понимаете? Дело-то в жизни канала. Вот в чем дело. Ну, будем мы, например, для тех, кто спонсор, один в месяц ролик показывать, ну, какую-нибудь там, не знаю, вот такой разговор, например, который как раз вы не смотрите, да? То есть вы, это я имею в виду, те люди, которые перематывают постоянно. Они не хотят слушать, вы вот не хотите, ребята, слушать, что творится в жизни канала, что у нас творится, понимаете? Как тяжело, что нужно для того, чтобы стало легче. Вы бам перемотали, пусть Ваня там глаголит кому угодно, себе глаголит. Так я говорю, для себя мы его закроем, мы же ничего не потеряем, поймите. $75 за месяц? Ну, сейчас мы трудились, я любой колым беру, я больше зарабатываю, понимаете, чем $75. На жизнь хватать более-менее стало, понимаете? Вот. А я опять сейчас, допустим, выкину все эти, там, допустим, свои какие-то подработки. Уйду с Денисом опять в рыбалку по уши, чтобы вам штамповать ролики в день по ролику. Или там в неделю 2-3 ролика штамповать. И все, нет колымов. Или вы думаете, я робот? Круглосуточно работать? Нет, рыбалка-то та же работа. Денис в прошлом году 10 майн прорубил, и руки отсохли. Серега, ты тоже, да, по-моему, десяток прорубил? Мы с Денисом их рубили. Вот, пожалуйста, Серега тоже, здоровый мужик, 10 лунок порубил, и руки отсохли, понимаете? А потом каждый день их прорубаешь и проверяешь эти продольники. Ну как, не работа, думаете? Еще какая работа? Каторжная работа. После такой работы никакой колым неохота делать. Просто времени нет. Пришел домой, буф, упал и все. Денис даже ролики не может иногда монтировать. Насколько вот это вот регулярно сложно. Когда... Нет такого, упал. Ну, я вообще говорю, что по идее надо. Вот упал и все, и отдыхаешь. По идее. А он сидит и дальше делает, занимается. Поэтому не нужно бояться этого спонсорства. Обижайтесь, не обижайтесь, отпишитесь вы из-за этого спонсорства или не отпишитесь. А лучше просто, я вам говорю, вы можете ничего не делать, просто продолжать ничего не делать, да? И также смотреть, то есть ни для кого ничего не изменится. Добавится один ролик в месяц, может быть два. Ну, где-то побеседуем там, какая-то преференция, в общем, будет, какой-то там бонус будет для человека, который делает помощь, скажем так.
А если вам жалко Ютубу заплатить, вот конкретно вам, и вы не хотите быть спонсором, ну вы можете просто на Сберкарту перевести в месяц 50 рублей, 100 рублей, рубль один, понимаете, неважно, 50 копеек, как угодно. Сколько душа, как говорится, но это желательно делать регулярно, понимаете, ребят. Ну не получится на 1000 рублей, которая за 4 месяца пришла на счет, сделать какой-то суперконтент бешеный. Она теряется где-то, эта 1000. Понимаете, теряется в расходниках на камеру и на все остальное. Вот где она теряется. В бензин там заливается чуть-чуть. Понимаете? На одну рыбалку. И все. И не получается больше по 10 раз ездить. Винт погнул на моторе. 7000 рублей. Класс. Ну как дальше? Да тяжело, ребят. Просто тяжело. А для души, когда вот мы будем ходить, прям для души, вот я захотел на рыбалку, вот Серега захотел, Денис, я захотел, мы пришли сегодня для души, да и черт с ним, что мы по одной рыбешке поймали, мы для себя пришли в данный момент, и записать вам этот разговор, и видео вы просите, вот вам, держите еще одно видео, с нытьем Ивана, как там некоторые пишут, это не нытье, ребят, это констатация факта, понимаете, мы готовы продолжать еще один год канал, в собственном режиме, без вашей помощи. Но еще раз повторюсь, если он закроется, ничего больше не пишите, не звоните. Мне просто добавить будет нечего, понимаете? Это будет, ну, мною расцениваться конкретно как плевок просто. Потому что я уже душу излил, я уже рассказал все, что только можно было рассказать. Я конкретно, я не знаю, всю свою подноготную, понятно, я не хочу рассказывать. Я лично ее могу рассказать любому. Кто знает, кто звонил, кто переписывается, они все за меня знают. Они знают, почему у меня с трудоустройством проблемы. Они знают, почему Денис не работает. За это мы уже 100 раз говорили. Потому что официально находятся на иждивении родители, понимаете, инвалиды. Вот те люди, которые знают, у кого есть, например, с инсультом родители, они знают, как это тяжело. Какая там работа может быть вообще? Понимаете, на рыбалку тоже, кстати, сложно вырваться порой. Бывают такие моменты. Вот и все. Надо либо это принять вам, либо вот просто как там... Тоже были комментарии, да, я тогда отпишусь от вас. Ну, тогда вот отписаться и забыть про братьев Приходько просто совсем. И все. Зачем они нужны? Вам. Мы. И все. Вот так вот, ребят. В общем, я не знаю. Больше добавить нечего. Единственное, что повториться только можно. Скоро будет стрим. Мы обещали на 50 000 разыграть что-нибудь для вас. Мы о вас не забываем, мы свои обещания не забываем. Все, кто сидит на канале уже 5-6 лет, все знают, что каждое свое слово, каждое свое обещание мы выполнили. Бывает не быстро, потому что сложно, опять же таки, но мы выполнили. Все ваши финансы, которые переведены были в то или иное русло, направились в то или иное русло. Никуда, как говорится, на себя любимого ничего не было потрачено. Ну, если бы было бы потрачено, было бы, наверное... А, наверное, этого разговора бы не было, понимаете? Вот если бы нам реально хватало бы. Вот если бы там потоки шли бы, как кто-то думает. У нас тут есть люди в городе, которые думают, что нам в месяц там по 200 000 приходит на счет. Представляете? Я бы был бы в шоке, если бы вообще хотя бы 200 000 за все 6 лет пришло бы, понимаете? Был бы вот даже вот, ну, в удивлении. А тут вот такие вот индивидуумы у нас есть в городе. По крайней мере, вот мне уже такое сказали. Понимаете, как смешно бывает. Я представляю, что думает еще несколько человек, если это было озвучено в глаза. Классно было бы, если честно, по 200 000 в месяц. Очень классно было бы. Уже бы на шерпе ездили, показывали бы вам такой бы контент, который еще не показал тот человек, у кого уже есть шерп, понимаете. Мы бы смогли. А вы знаете, что мы сможем. Мы все, что сказали, все сделали. Уже много раз доказали. Помогли многим блогерам. Не знаю, просто людям помогаем. Молча, природе. Все, что сказано, все сделано. Понимаете? Вот теперь мы от вас ждем именно понимания. И ждем ваше либо недовольство, либо поправить нас что-то в комментариях. Мы пообщаемся с вами там. Может быть, не сразу я отвечу, может быть, еще что-то, потому что сейчас есть у меня еще шабашка. Пока трудимся. Пока она есть, хорошо, что она есть. Вот если бы ее не было, то было бы еще печальнее все, ребята. Все, я думаю, что мы сейчас будем собираться потихонечку. Время уже 12:00, ничего уже не клюет. Увидимся в комментариях, в общем.
Ай, все, ребята, будем мы, наверное, собираться. Не клюет, сидим, уже вечереет. В общем, вот такой у нас улов сегодня. Два яська и хариус. Хариус прям хорош такой попался. Еще одного подкину. А, и вон Серега тащит своего. Хариус прям гигант. Ну покрупнее яськов, да. Вот такая у нас сегодня рыбалка для души была. Именно для души. Завтра опять трудиться будем. Хотя есть почему-то желание сейчас проскочило завтра еще выскочить. Тоже вот посидим так немножко, да. А потом опять надо доделать начатое. Вот. Так что, скорее всего, еще завтра будем мы сопли морозить. Ну, пока желание есть поморозить, да. А потом, не знаю, потом либо опять трудиться, либо все-таки, может быть, исходя из ваших комментариев, ваших выводов, будем ловить ерша, а потом на лима, соответственно, заниматься такой рыбалкой. Потому что сейчас время такое, вот такие рыбалки будут примерно. Одна рыбешка, две. Ну, нас трое, понимаете, да, это вот не каждому столько прилетело. Это весь наш улов. Вот. Ну и еще раз подведу итог. Ребят, излучать постоянно добро и светиться как факел невозможно. А как свечка я уже перегорел, ребят. Правда. Поэтому просто от души, на ваше понимание, надеюсь, на все, что сказал, почти сгорел, ребят. Тяжело. Нужна помощь. И моральная, и финансовая. Или просто рыбачим для души и показываем только эти рыбалки. Не обессудьте. На этом все. Желаю вам всем счастья, мира в дом, улыбок, детского смеха и быть добру.